Сегодня 12 января, и я отправляюсь в самое нетуристическое место Нонг-Кьяв. Это посещение водопадов, которые находятся от Нонг-Кьяв приблизительно в 5 километрах. Эта достопримечательность пока что не раскручена, и к ней нужно идти вот по такой вот дороге. Эта дорога совсем новая. Ее делают путем взрыва горы, сбора всех ненужных камней и укатывания остального грунта тяжелым автотранспортом. Получается такая глиняная дорожка. Эта дорога тянется вдоль реки Меконг слева, а справа гора, которую постепенно вот взрывают и превращают в дорогу. Сегодня из своего хостела я вышел рано и попал на дорожные работы. Вот так вот здесь долбят под тротил специальные ниши, а вот такие вот чудо-машины поддерживают эти дробильные машины. А здесь как бы обозначено, что внимание ведутся дорожные работы, но всем глубоко наплевать. Взад и вперед себе ездят, а вот здесь вот работает трактор. И чтобы пройти этот участок, понадобилось немножко времени. Вот немножко выше за трактором я попал на ситуацию, когда загружают автомобиль ненужной землей, и мне пришлось ждать около 15 минут. Зато я стал свидетелем, как рождаются в Лаосе новые дороги. Спустя 15 минут мне все-таки удалось благополучно преодолеть экскаватора, и мой путь лежал далее к селу, на территории которого находится дорога к водопадам. А здесь я стал свидетелем того, как дети, подростки практически, собирают хворост для того, чтобы потом дома на нем что-то готовить. Посмотрите, в каких условиях и как вообще эти маленькие девушки работают. Это же практически работа взрослого человека.
пока шел к водопадам, любовался красотами джунглей. И, конечно же, гор Лаоса. И вот спустя некоторое время я пришел в село. Это обыкновенное лаосское село. И судя из моих наблюдений, люди здесь скорее выживают, нежели живут, но при этом улыбаются. А вот апельсинчики, кому витаминчики, помните спортлото 82? А здесь огурчики, кому огурчики. Но природа при этом вокруг села очень красива. В Лаосе дети привыкли пить воду не из горлышка, а пробивая дно бутылки. Где-то посредине села находится дорога, которая ведет к водопадам. Полкан, полкан, о, жучка, жучка! Вначале узенькая тропинка ведет через деревню, но потом она выходит в поля и горы. Вот и село осталось позади. Впереди нас ждет увлекательная тропинка, ведущая к водопадам. Вначале тропинка просто идет через огороды, но потом она выходит
нагорной равнины. При этом где-то треть пути она никак не обозначена. Тропинка и тропинка себе. Но потом начинают встречаться указатели, сделанные вручную и показывающие, куда же нужно двигаться дальше. Местами нужно перелазить через такие вот, скажем, лаосские перелазы. А здесь видим, как бабушка что-то садит. А вот и лес. Не Фаргот, конечно, из Властелина колец, но тоже лес. И вот наконец-то показался первый указатель. Вот такие вот дорожные указатели будут вас сопровождать все время до самых водопадов. А это просто канал, прорытый водами в сезон дождей. Тропинка совсем не тяжелая, но довольно-таки длинная. К водопадам нужно идти приблизительно 2 километра. Это не учитывая дорогу, которую нужно пройти до самого села. Спустя приблизительно 2 километра пути вы найдете указатель к первому, ну скажем так, водопадику. К слову, цена посещения водопадов составляет 10 тысяч кип, но мне повезло. В то время, когда я проходил, человека, который берет денежки, не было. И для меня это все получилось бесплатно. Этот водопад находится в чаще джунглей. А вот там вдали и есть этот водопадик. Ну, может, 2 метра высотой. Но все же. Сейчас я к нему поближе подойду, и вы сами все увидите. Вот он, красавец какой.
И вот, полюбовавшись первым водопадиком, я вышел по дороге вверх и повернул вправо. Вначале никаких указателей не было, и я даже не предполагал, что где-то там вдали есть еще один водопад. Так что выходите от места, где указан первый водопад, поворачивайте направо и смело идете вперед. Вскоре вам покажутся новые указатели, ведущие ко второму водопаду. Этот водопад побольше. По пути ко второму водопадику вам придется преодолевать такие вот ручьи, а также горы, и немножко будет мест, где немножко страшновато идти. Но рассказывать не буду, вы все сейчас увидите сами. Местами тропинка шла по частным владениям каких-то людей. Ну да, местами приходится проходить через природные джунгли, но зато красиво и экстремально. Мало кто ходит такими вот тропами. А вот эти, казалось бы, неприступные горы полностью лаосы разделали под посадку каких-то растений.
а вот этими растениями здесь засажены целые поля. Я вот не знаю, что же это такое. Если знаете, напишите. А это дикие бананы. Никто их здесь не сажал. Они сами взошли и сами растут. А вот этот отрезок самый веселый. Непонятно, что находится в этой траве. В некоторых местах тропинка идет по довольно-таки крутому уступу, и не дай бог оступиться. Разная мошкара здесь просто обожает камеры. И вот наконец-то финиш. Вот здесь находится тот самый относительно большой водопад. Сейчас вы его увидите. А вот тут не очень-то и постарались. Эти перила очень и очень опасны. На них лучше не опираться. Они просто проваливаются. Да и под ногами к тому же сплошная глина. И, кстати, очень и очень скользко. Здесь будьте особо внимательны. И вот кульминация, сам водопад. Почувствуйте его силу и мощь.
А вот на обратной дороге мне удалось увидеть такую вот огромную сороконожку. Она была приблизительно сантиметров 10 в длину, если не больше. Пока мы были наедине с ней, она боялась меня, а я ее. Каждый не знал, чего ожидать от другого. Но все закончилось счастливо, и вот вам обратная дорога. В таких вот небольших домиках лаосцы, наверное, живут, пока работают на этих полях, а может просто отдыхают, когда устали. Как вы думаете, кто живет в таких вот норках? А это ворота по-лаосски. По дороге обратно я заметил женщину, которая таскала огромную вязку бамбука, и я решил ей помочь. И скажу вам, нести было что. И вот я снова в селе. Маленькое село называется Сао. И это ихняя начальная школа. Село находится на берегу реки. Особо приветливыми в этом селе были детки. А вот такие вот вязанки дров тащат на себе дети. Село Сао находится в удивительно красивом месте, но местные этого уже не замечают.
а вот и те вязанки дров, которые тащат на себе дети. Они находились приблизительно в 2 километрах от самого села, а это то место, откуда эти дрова выносят на дорогу. И весь этот тяжелый труд на фоне такой вот красивой природы.